Глава вторая книги притчей Соломоновых. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он — щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стези праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее».